Девочки, сидела, сидела. Сегодня мне не нужно на работу. Решила сделать печеньки. А то сладкоежка. Уже не знаю, что кушать. Я, короче, хотела сделать орешки. А смотрю, вся сгущенка съедена. Он ее скушал. И все. Только масло надо помягче мне. Недавно только выставила. Такие простые сделаю печенюшечки. И все. У меня пачка. Сколько у меня была пачка? 200 грамм или 250? 200, наверное. Как раз 200 надо будет. Так. Возьмем маслица, сахар у меня тут, сколько, 150 граммов. Где у меня миксер? А где-то у меня еще ванильный сахар был. Девочки, где делся? Я не поняла. Ой, у Алены все летит. Летит все. Блин, а по-моему у меня ванильный сахар закончился. Зато у меня есть вот такая ванилька. Ладно, возьмем такую. Так уж и быть. Что нам стоит? Ой, колбочка сейчас разобьется. Так. Давай, раскрывайся. О, как запах. Ну, это что? Настоящие, никакие концентраты, ничего. Чего уж там говорить. Сейчас такие быстренькие сделаю печенюшки. Девочки, насчет машины все молчат, еще никто не звонит. А мне же надо закупаться ехать. Голодом пошли! Смотрю, уже подъедают все с кладовки. Да, моторика-то мелко у меня как раз не работает. Как пахнет. Короче, сюда его. Ванилечку. Сейчас попробуем разбить. Так, расколотинили. Теперь я возьму один яйцо и один желток сюда. Сюда его. И соль, щепоточку возьму так. И взбью, пока сахар не растает. Все, короче, взбила. Взбила я. Так, теперь я что? Мука. Мука у нас. Правда, у меня белой муки нет. У меня серая. Где-то 400 грамм я возьму. Ну, что я сделала? Закончилась у меня мука. Вот так все. И замешиваем. А, еще разрыхлитель забыла я. Вот так я все время забываю. Мусор. И все. И замешиваем. И вот такое тесто у нас получилось. Так, а теперь где-то у меня был белок, который я оставляла. Беру белок. Белок. Сахарный песок.
кусок и делаю вот так. Такие примерно. Пускай будут кругляшки. Потом делаю вот так. В белок, а потом в песок. И на противень складываю. Не знаю, как получится серой муки. Просто давно уже белую муку не покупала. Если что-то делаю, то на серой. Естественно, десерт и все на серой. Это не то пальто, но за неимением белое возьмем серую. Такие колобки я сделала, короче. Ну, как раз порция. Сейчас я поставлю на 180 градусов. И буду смотреть, потому что зависит от духовки. У меня такая духовка, что она раньше все готовит. Ну, минут 20-25. Такие. А тут вот как-то вот так. Вот. Из-за каких-то пару печенюшек. Столько посуды. Девочки, еще картошку отварю. Горох. Вообще телефон на новый. А, печенье надо посмотреть. Варится. Варится. Блин, девочки, тульский ты пряник, а? Это что получилось? Я что-то ничего не поняла. Что это нахрен получилось? А, короче, выключаю я. Это что за печенье такое? Это пирог же, блин, какой-то. Девочки, охренеть. Что это такое? Что за фигня-то, блин? Ну это что такое? Это что такое получилось? Были же у меня печеньки. Что-то я не поняла. Короче, вот так. Фигня какая-то получилась. Надо дать остыть. Следуйте строго рецептам с интернета, девочки. И у вас получится вот такая хрень. Да что это такое? Где мои колобки, мамочка? Ну, оно пропеклось, конечно. А где мои колобки? Почему квадратики-то получились? Я не могу, они же горячие. Что за бред, блин? Я говорю давно, интернет это такая помойка. Кому не лень, выставляет туда что хочешь. Я-то им верила. Я-то им, девочки, верила. Это что такое получилось? Ну, оно пропеклось, все нормально, но... Масла много. Строго по рецепту действовала. Кошмар. А где мои колобки? Ну вкусная. Ну ничего. Девочки. Оно так, наверное, должно быть. Хотя у тетеньки было по-другому. Кругленькие оставались. Ну, не ладно. Мужу скажете, что так было и задумано. Печенька, печенька. Все, пускай остывает. Короче, не повторяйте моих ошибок.